күчігінен күнді сапасының отбастыра, ең қорабын шықшара, үйде құлақтың қағыласынан, үйін жақсыдан жасылды. Естің көптігі болысыра, көпшетместен көптігі, оған етақты бейге, ұлы баған көптігі, Гавриил Васильевич Ксенофонтовтың тәрселері, También llegaba con ese policía para escribir nuestro proyecto. Павел Николаевич Николаев из Тюмени. Он нам дал на самбар, олдерин, волонтер. Он на Джамал и приезжал на Тимитер дальше. От того, где говорил Васильевич, олдерин Хангаловский. Ученый, юрист, половой музыкант, музыкант, наклапан, университет, переезд, что мы делаем. Дорогие участники сегодняшнего мероприятия, во-первых, хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие в этом мероприятии. В первую очередь хотел бы отметить, что Хангаловский Тулус издревле значим тем, что из него вышли в люди многие стационарные личности, сыгравшие особую роль в жизни нашего народа, начиная с объединителей якутских племен Сигина, заканчивая первым президентом республики, ныне государственным советником республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым. Ну, как мы знаем, 2022 год был ознаменован столетием Якутской республики и 80-летием со дня рождения Михаила Ефимовича Николаева, в честь которого мы провели ряд очень значимых мероприятий, в том числе в этом зале мы провели заседание общественно-консультативного круга «Палаточку», где говорили о роли Михаила Ефимовича Николаева в инновационном развитии нашей республики. Также мы в зале ученого совета Северо-восточного федерального университета провели студенческую дискуссионную площадку, где студенты подготовились по разным направлениям доклады о деятельности Михаила Ефимовича. И я думаю, что для нас очень важно понимать роль Михаила Ефимовича Николаева в развитии событий государственной республики. Это начиная с 27 сентября 1990 года, когда Верховный Совет Республики 12 года принял декларацию о государственном суверенитете. Говоря о Гаврииле Васильевиче Ксенофонтове, я хотел бы выделить то, что он является представителем первой приятной якутской интеллигенции, юристом, ученым-этнографом, фольклористом, историком и общественно-политическим деятелем Якутии, научное наследие которого представляет огромный интерес не только как яркая страница якутской и сибирской историографии, но и как явление большой глубинной якутской культуры. Его труды фундаментальны: «Ура-Атай Сахалан», «Очерки о древней истории якутов», «Эллейада», работы по изучению проблем шаманизма. Его судьба, как и судьба большинства представителей этого поколения интеллигентов, сложилась трагично. Но мы знаем и исторически признаем трех выдающихся деятелей якутской интеллигенции: Павел Васильевич Николаев, Алексей Ильич Кулаковский, и Гавриил Васильевич Ксенофонтов. Ну, мы гордимся тем, что Гавриил Васильевич родился в Хангаловском уезде, в известной семье Василия Николаевича и Екатерины Максимовны Ксенофонтовой. Семья была большой, 6 сыновей, 3 дочери, ну и Гавриил был самым старшим. Ну, конечно же, если бы не отец, вряд ли его сыновья приобрели бы хорошие качественные знания лучших университетов страны. И я должен отметить, что Гавриил Васильевич Ксенофонтов закончил Солнечный государственный университет, стал юристом. Томск в то время был небольшой провинциальный город, но в отличие от других сибирских Хангаловский находился единственный большой сибирский университет, куда съезжались на учебу способная и талантливая молодежь, как есть в Сибири. Хотелось бы отметить, что Гавриил Ксенофонтов отлично владел языками, в том числе русским языком, таинственным и немецким языком. При всей своей увлеченности и этнографии и общественно-политическими идеями, своими занятиями и юриспруденцией Гавриил Васильевич относился очень серьезно. В 1912 году он успешно окончил университет, получил диплом второй степени. На молодого талантливого выпускника юриста, в совершенстве владеющего русским языком, сразу же было обращено внимание. Профессор уголовного права Рудин предложил ему остаться на кафедре для подготовки к научной деятельности по праву. Однако Ксенофонтов отказался, исходя из ряда соображений, прежде всего из стремления быть полезным у себя на родине, где остро ощущалась потребность в образованных людях. Ксенофонтова возмущало также и то, что старая якутская интеллигенция, получившая высшее образование за пределами Якутии, редко возвращалась в родные края, предпочитая жить и работать в более цивилизованных условиях России. Но это, наверное, для нас такая практика и на сегодняшний день наличествует, да, когда очень талантливые наши выпускники школ, заканчивая столичные вузы, но в силу своего таланта, наверное, в силу высокой конкурентоспособности остаются в центральных городах. Говоря о Гаврииле Васильевиче, мы можем сказать, что он в начале своей деятельности работал в Томске в качестве помощника председателя поверенного. После годичной подготовки при Томском окружном суде он дипломом юриста возвратил себе домой в Якутию и приступил к работе в качестве помощника председателя поверенного Якутского окружного суда. В своей биографии о адвокатской деятельности он вспоминает мимоходом, рассматривая ее как мощник своим будущим занятием наукой. Он писал: юридическая работа центра Якутии дала мне возможность ближе столкнуться с якутами разных вузов, которые обращались за защитой, ознакомиться с характером и психологическим типом якутов, дала большую популярность среди широких кругов якутского населения. Это обстоятельство для моей последующей научно-собирательной деятельности, конечно, заявило немаловажное значение. Однако рассматривать юридическую практику только как подготовительный период в будущей научно-исследовательской работе значило недооценивать или умалять значение всего того, что им было сделано в тот период. То есть период с 1913 по 1919 годы в качестве адвоката Якутского окружного суда. До недавнего времени нам было мало что известно об этом периоде жизни, в частности о его адвокатской деятельности. И только документы фото Якутского окружного суда Национального архива республики помогли восполнить этот пробел. Скупые строчки автобиографии поведали нам о том, что он работал в адвокатуре Якутска с 13-18 годы, однако на самом деле он работал до декабря 19 года, то есть до установления советской власти Якутии. В Якутском окружном суде, где начал юридическую практику Гавриил Васильевич Ксенофонтов, до него из якутов работал также Василий Васильевич Николаев, который начал свою службу в качестве помощника секретаря почти с самого момента его организации, то есть в период 1897-1899 года. Он также работал частным поверенным в Якутском окружном суде по 1912 году, хотя у него не было диплома по юридическому образованию. Также в одном из писем Василий Васильевич упоминает еще одного юриста Ягустака, имя которого, к сожалению, в документах еще не обнаружено, но мы можем констатировать, что в период своей деятельности Гавриил Васильевич Ксенофонтов был единственным юристом-адвокатом из якутов. Таким образом, свою службу Гавриил Васильевич начал с помощника присяжного поверенного. Он вел различные дела, как гражданские, так и уголовные. В процессе своей работы он проявил блестящие профессиональные деловые качества. Это отличное знание российского уголовного, гражданского и процессуального законодательства, умелое их использование в своей адвокатской практике, ответственное и серьезное отношение к работе, решительность, уверенность в себе, терпение, упорство и настойчивость в достижении цели. К нему за помощью обращаются люди разных национальностей, принадлежащие к различным социальным слоям общества. На его счету было множество судебных дел, простых, сложных, запутанных. Но за все дела он брался с одинаковой мерой ответственности и стремился довести дело до конца, добиваясь справедливого решения дела, сколько бы времени оно не потребовало. За время работы адвокатом в Якутском окружном суде Гавриил Васильевич Ксенофонтов показал себя юристом-профессионалом широкого профиля. Он занимался и гражданскими делами, и уголовными. Кроме того, он вел финансовые дела многих крупных фирм и торговых компаний, например, фирмы Кругловой, Московского торгового промышленного общества взаимного кредита, Рубанович и Мартукович. При этом Гавриил Васильевич собрался на защиту интересов богатых людей. Исключение составляли люди, с которыми он или его семья находились в дружеских отношениях, или люди, которые были ему интересны. Вскоре Ксенофонтов становится одним из самых известных юристов Якутии. Многие уже специально едут из далеких сел, чтобы попасть на прием к справедливому адвокату Гавриилу. В дальнейшем авторитет, проведенный за годы работы юристом, помогал ему во время политической борьбы и научно-собирательских экспедиций. За годы работы юристом Ксенофонтов участвовал во множестве судебных дел, к нему обращались на помощь люди разных национальностей и социальных слоев общества. И хотелось бы отметить, что Гавриил Васильевич проявлял самые прекрасные человеческие качества, такие как честность, правдивость, чувство справедливости, доброта. Да, я понимаю, что есть регламент, но я заранее предупреждал организаторов, что у меня будет доклад. Поэтому прошу понять и простить. Но если совсем не интересно, я могу завершить. Потому что я думаю, что эту часть работы мало кто раскроется. И я не зря, наверное, потратил ночь, чтобы подготовиться. Собрать наш мозг, пожалуйста. Да. Ну, там на связи Москва, правда, давайте. Тогда я, значит, еще один хотел бы аспект запомнить. Вот по юридической части я решил это специально подать, потому что эту часть, я думаю, что тоже Гавриил Васильевич выполнил очень хорошо и блестяще. Но сейчас я хотел бы отметить второй момент. Это семья, семья Ксенофонтова. Да? Я упоминал о том, что у них было 9 детей. И вот как получилось так, что одна семья могла дать столько ярких личностей. В чем тут причина? Ну, думаю, что, во-первых, отец был самодостаточным, и он свой капитал заработал честным трудом. Он работал не покладая рук, но при этом проявлял чудеса предприимчивости, и поэтому завоевал должный авторитет в городе, ну и в своих взаимоотношениях с различными богатыми людьми, в том числе с приезжими, он проявлял честность, открытость, и это, конечно же, людей вдохновляло, и они с удовольствием входили в взаимодействие по самым таким ответственным бизнес-проектам, как мы говорим сегодня. Во-вторых, то, что в семье Ксенофонтова, мы видим традиционные устои якутской семьи. Я думаю, что такую постановку вопроса мы сегодня должны в обязательном порядке поставить. Почему? Потому что многое в нашем обществе зависит от самочувствия семьи. Согласны? От морально-нравственных устоев, от ценностных ориентиров, которые есть в той или иной семье. У якутов вообще века стабильность семьи удерживалась прежде всего трудом. Ее составляющий и именно труд, и только труд являлся самым надежным источником самообеспечения. И я думаю, что Айсен Закречи Николаев совершенно справедливо обозначил 2023 год как год труда. И я думаю, что в год труда каждый из нас на своем рабочем месте должен стараться делать свою работу качественно и ответственно. Вот мы иногда, наверное, обнаруживаем, да, что некоторые люди, ну, как бы делают попытку показать, что они трудятся. Но не всегда их труд бывает высокоэффективным или добросовестным. Помните, в советское время, Вячеслав Петрович, была фраза «Не занимайтесь очковтирательством». Помните? А сейчас это достаточно распространено. У нас любят очень много и хорошо докладывать о каких-то успехах. У нас не любят говорить о недостатках. А мы должны научиться говорить о наших недостатках, о наших проблемах. Только в том случае мы можем их устранять. Ну и в заключение я хотел бы призвать вас к тому, чтобы мы повышали роль семьи. Мы повышали ответственность отцов за благополучие своих семей. Мы, как это делал Михаил Ефимович Николаев, в первую очередь должны поднять наверх образ матери. Да? Вот мы в прошлом году провели год матери. Это же очень значимо. Когда мать у нас позиционируется человеком, не только родившим, не только воспитавшим, но и имеющим высокий социальный статус. Поэтому я надеюсь, что сегодня будет очень хороший, такой качественный разговор о вкладе Гавриила Васильевича Ксенофонтова не только в развитии науки, о чем мы, конечно же, знаем, да, но и в развитии государственности. Я вот тут уже не стал упоминать, в силу отсутствия времени я хотел говорить и о программе конфедералистов, да, и о трагической роли Павла Васильевича, судьбе его и так далее. Но я надеюсь, что мы будет время, когда в День государственности мы будем ездить в город Покров и кланяться памятнику Гавриила Васильевича и Павла Васильевича. Спасибо.